Депутаты к депутатам. Делегация Европарламента едет в Верховную Раду. Визит состоится через 2 недели. Повестку в Брюсселе уже обсудили. С чем пожалуют евродепутаты в Киев, расскажет Елена Абрамович. Обсудить планы касательно Украины такой широкой кампании в Брюсселе собирается раз в полгода. За круглым столом депутаты Европарламента, которые занимаются украинским вопросом, а также представители так называемых групп поддержки из Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности. На повестке дня помощь с реформами и финансами. Что касается финансовой помощи от Евросоюза, то до сих пор некоторые условия не выполнены, и следующие суммы будут доступны, когда и если реформы будут воплощены в жизнь. Речь идет о макрофинансовой помощи в 600 миллионов евро. Этот транш отложили на начало следующего года. Вопрос к политической воле, заверили на заседании. В первую очередь от Киева ждут прогресса в борьбе с коррупцией. Надеюсь, что во время визита нам удастся всем удостовериться, что прогресс НАБУ законом об электронных декларациях продолжится в виде создания независимого антикоррупционного суда. Важно также гарантировать независимость НАБУ и эффективность его работы. Евродепутаты планируют съездить в прифронтовую зону на востоке Украины, оценить, насколько соблюдается перемирие, и поговорить с местными жителями. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».